Сколько веревочки не виться, а конец будет, гласит народная пословица. С середины мая в Гомеле стали фиксироваться кражи из автомашин в ночное время. Все они совершались по одной схеме. Злоумышленник разбивал стекло и брал все, что плохо лежит. Сыщики искали возможных свидетелей, изучали гигабайты информации с камер видеонаблюдения. Был составлен приблизительный портрет правонарушителя. Все эти меры привели к закономерному результату. Серийный вор задержан. Оперативники уголовного розыска обратили внимание на характерный почерк неизвестного. Каждый раз он разбивал небольшое стекло-треугольник за задней дверцей, а затем открывал ее изнутри. Вторая отличительная особенность – все пострадавшие автомобили были городскими или маршрутными такси. Так, в ночь на 18 мая таким способом было совершено проникновение в два автомобиля «Рено Логан» на улице Владимирова областного центра. В одной машине его достоянием стали 10 рублей, в другой – 170. 20 мая на улице Головачева преступник похитил из машины такси 80 рублей. Стало ясно, работает серийный вор. Сыщики по крупицам собирали информацию. Очередное сообщение о краже в оперативно-дежурную службу советского РОВД Гомеля поступило ночью 31 мая. В районе улицы Косарева и проспекта Речицкого той ночью пострадало 6 машин. Из некоторых были похищены деньги и вещи. У всех автомобилей были разбиты стекла. Задержанный разбивал их камнем. Суммы украденного составляли от 30 до 110 рублей. Также похищены кожаные и сервисные сумки. На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа. Помощь ей – милиционеры патрульно-постовой службы и группы задержания департамента охраны. Район удалось взять под контроль. И вскоре сыщики вместе с патрульными остановили схожего по приметам мужчину. При личном обыске у него нашли пакет с металлическими рублями. Задержанный был ранее судим. В середине мая он освободился из мест лишения свободы, где с 2020 года отбывал срок за кражу. Приехал в Гомель и практически сразу стал совершать новые преступления. Следователями в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по фактам краж, совершенных повторно. Проверяется его причастность к совершению других аналогичных преступлений.